Гостелерадиокомпания «Волгоград ТРВ» и «Русфонд» продолжают благотворительную акцию помощи детям. Сегодня в нашем эфире мы расскажем о Денисе Руденко из Елани. У 5-летнего мальчика злокачественная опухоль головного мозга. Помочь Денису можете и вы. Для этого всего лишь нужно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Вот уже несколько месяцев 5-летний Денис вместе с мамой живет в Санкт-Петербурге. Малыш борется с опухолью головного мозга. Болезнь развивалась стремительно. В марте у мальчика появились головные боли. Всегда активный ребенок стал анемичным, сонливым. У него пропал аппетит. Он был веселый, озорной. Всегда хотел в садик. Он просыпался, мам, пойдем в садик. Я перестала проситься. Проведенная в апреле в Михайловке МРТ показала, что у мальчика в головном мозге появилась опухоль. Счет шел уже на часы. В Волгоградской больнице номер 7 Денису провели срочную операцию. Жизнь ребенка удалось спасти, но до полной победы было еще далеко. Денис был направлен в научный центр имени Алмазова в Санкт-Петербург. Он просто не понимал, почему он не ходит. Почему у него дырка в голове. Он спрашивает постоянно, почему у него шишка. Ну а сейчас все начал понимать, как бы, что с ним происходит, что надо лечиться. Он хочет брата. Благодаря нескольким операциям и курсу химиотерапии опухоль и метастазы сократились в размерах. Врачи считают, что это хороший результат. Но чтобы победить болезнь, необходимо щадящее протонное облучение. Методом протонной лучевой терапии мы сможем подвести дозу на область головного мозга и спинного мозга таким образом, что никаким образом органы, которые находятся перед этими структурами, не будут задеты. То есть ни легкие, ни желудок, ни сердце, ни зрительные нервы, они никаким образом не будут затронуты, не будет на них никакой дозы, соответственно, в дальнейшем они никак не пострадают. Стоимость лечения – 1 972 800 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» соберут 813 800 рублей. Компания «Ингосстрах» внесет 600 тысяч. Донор внесет еще 500 тысяч рублей. Не хватает 59 тысяч рублей. Для помощи Денису отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Сами родители оплатить лечение не могут. Их доход невелик. В семье есть второй ребенок. У нас нет такой возможности. Только надежда вот на тех людей, которые смогут помочь нам. Да, мы обещали то, что выздоровеем и вместе с семьей. С братом, с папой поедем на море опять. Им понравилось там очень сильно. Артем Ямщиков, «Вести», Волгоград.